железной дорожке участница первого финального забега на 800 метров девушки. И уже в эту субботу на несколько школ лидирует забеги. Первый забег выиграла Елизавета Субботина Невская школа, второй финишировала Карина Пономарева, училище Олимпийского резерва, и третий Ирина Никонова, Олимпийские надежды. Результат Елизаветы Субботиной 2 минуты 18,93 секунды. Анастасия Сергеенко, Олимпийские надежды, лидирует во втором забеге. Второй забег выиграла Мария Бирина, Выборгская спортивная школа.
Арина Масурова, Святошская спортивная школа, первая финиширует в третьем забеге. Результат Арины 2 минуты 31,30 секунды. Для награждения приглашаются призеры в беге на 200 метров. Софья Гладкая, Анна Карева, Татьяна Середа, Захар Ильичищев, Арсений Пипякин, Дмитрий Апарин и в прыжке в высоту Павел Цыро, Кирилл Гайнулин и Руслан Чуков.